Друзья, всем привет, с вами DNVest, я приветствую вас на своем канале. Первое, что надо сделать, обязательно подписаться на канал, нажать колокольчик для того, чтобы не пропускать следующих видео. Ну что, друзья, сегодня мы с вами проходимся по монетке, которая имеет функцию постбаннинга. Ну, точнее, будем проходиться по боту, потому что бот дает гораздо больше процента. И я подключился к блогеру, к Максу Мернису, и мы сейчас попробуем с ним в одной команде поработать в монетке Мавра. Значит, у нас имеется вот такой вот сайт, вы можете на него зайти, посмотреть, mavra.org, заходите на него, смотрите здесь всю информацию, все новости, то есть всю инфу можно посмотреть здесь. Также все сервисы, которые имеются, видите, iBanker 24 тоже в нем, кстати, можно работать с этой монеткой, но мы будем сегодня говорить о боте, который называется Mavra Mining Bot, и он дает достаточно хорошие проценты, то есть вам не надо будет выстраивать структуру, но вы по пассиву будете получать достаточно хорошие проценты. По процентам я сегодня тоже все расскажу. Также здесь есть сервисы, где можно через P2P там можно купить, можно продать монетки. Но, честно скажу, скорее всего придется продавать либо в чатах, но там надо быть очень аккуратным, очень осторожно, потому что могут обмануть, очень много мошенников там. Вот. И также можно продать это все на бирже. Вот есть биржа, сюда заводим, значит, и здесь, соответственно, можно проводить покупки и продажи на своих монет. Кстати, здесь вот чем есть определенное отличие, то есть у этой монеты тем, что есть внутренний как бы курс, да, мы видим, что этот внутренний курс сейчас равен у нас, сейчас мы посмотрим, 50 центов, есть биржевой курс. И я вот об этой функции я расскажу в следующем видео, ну а сегодня мы с вами просто пройдемся по боту, и я покажу, как там можно вообще пробовать заработать. Значит, смотрите, заходим на этот сайт, первое, что надо сделать, это, конечно же, создать свой кошелек. Нажимаем вот сюда верхний угол кошелек, здесь вы вставляете, либо если у вас есть кошелек, то вы, соответственно, свой уже секретный ключ вставляете, который никому нельзя показывать, вот, и либо регистрируетесь, да, здесь вбиваете слово, ну, например, там, DNVest, да, нажимаете продолжить, у вас высвечивается фраза, вы ее, эту фразу копируете, сохраняете у себя, никому ее не передаете, ну, и работаете дальше. Я же уже имею свой кошелек, и, соответственно, сейчас вот я вам его показываю. Значит, здесь также можно строить структуру, выстраивать, но, конечно, это много, ну, достаточно тяжело, потому что многие ребята заходят просто на пассив. Поэтому, если для пассива, то вам лучше всего подойдет именно бот. Сейчас мы с вами, ребят, перейдем уже в бота и посмотрим, что у нас находится здесь. Значит, мы, ссылка для регистрации в этого бота находится внизу под видео. Здесь мы можем, давайте нажмем информация, и сейчас посмотрим, какие же все-таки проценты нам может давать данный бот. Нажимаем о майнинге, и мы видим, что, смотрите, от 25 монет, то есть, соответственно, умножаете на 50, это, например, $13 получается, и вот это будет вам давать 0,6% в сутки. То есть, каждые сутки у вас будет приходить начисление в монете Мавра. От 100 Мавра это будет 0,7% в сутки, от 1000 Мавра это уже будет, если на майнинге у вас находится, кстати, не забывайте, 13% списывается на партнерскую программу. От 1000 Мавра это 0,8% в сутки, ну и от 10 тысяч Мавра на майнинге это 0,9% в сутки. Если вы боитесь, то, конечно же, я рекомендую, ну, завести сюда, там, не знаю, 30, допустим, монеток Мавра. Соответственно, это где-то сколько у нас получается? $15. Просто посмотреть, потестить. Если понравится, то без проблем потом уже можете усилиться. Вот. Также плюсом я считаю это то, что в любой момент, абсолютно в любой момент, можно вывести свое тело вклад. Даже если вы, допустим, зашли на 100 монет, это сколько у нас? $50 получается. 0,7% в сутки вы будете получать, 21%. То, соответственно, где-то примерно за 2, там, 2,5 недельки вы уже отобьете свою ту партнерскую программу, на которую у вас списалась. Ну, а дальше вы уже будете плюсовать. И если вам вдруг это не понравилось, вы можете зайти, просто вывести отсюда все свои деньги, завести их на биржу, продать, все это сконвертировать там в фиат, в биткоин, в эфириум, в USDT-шки и, соответственно, уже полностью забыть об этом проекте, если вы вдруг боитесь. Ну, а если вам это вдруг понравится, то, конечно, вы можете там с 25, допустим, с 30 монет, которые вы сюда завели, у вас там больше 25 будет работать, ну, естественно, уже, если вдруг понравится, уже сможете там либо на 100 монет зайти, либо на 1000, ну, уже там по ситуации. Вот, каждые сутки у нас будет приходить, значит, пассивный доход. Дальше я буду записывать еще также видосики, у нас несколько видео будет, где я буду показывать, как, значит, отсюда вывести свои средства, как быстро они приходят, значит, как это все завести на биржу, как это все продать, да, либо это все все-таки реализовать где-то в чатах. После того, как вы зарегистрировались в Mavra Mining Bot, по ссылке, которая находится внизу под видео, вам надо будет прикрепить свой адрес, вот этот вот адрес копируете, его сюда вот прикрепляете, и с этого адреса уже будете делать пополнение. Также, если вам нужно будет купить монетки, вы можете зайти либо на биржу, либо прямо
прям вот здесь у вас написано, вот где взять монетку Мавра, у вас будет ссылочка, вас перекидывает вот на этот сайт, и вы здесь можете купить. Допустим, вы у вас, например, к примеру, есть, допустим, вот смотрите, Мавра, можно биткоин, эфириум, призм, бип, то есть даже бипом, призмом тоже можно платить. Допустим, вбиваете биткоин, вам нужен Мавра, и, соответственно, здесь пишите, сколько вам надо купить и сколько у вас получится монет. Например, на 100 монет, соответственно, вот надо перевести 0.0062 биткоина. И, соответственно, указывайте свой кошелек, который у вас имеется, который вы до этого зарегистрировали. Вам сюда приходят монетки, с этого кошелька потом переводите уже в бота. И после того, как вы перевели в бота, у вас надо будет нажать майнинг и написать там ту сумму, которую вы хотите сюда отправить на майнинг. И, соответственно, через 24 часа у вас будут первые начисления согласно маркетинга того, который вы выбрали, да, по своему депозиту. В общем, ребят, вот такое вот предложение имеется. А сейчас, наверное, мы перейдем к самому интересному. Смотрите, у меня на счете сейчас есть 200 монет. И сейчас в этом видео я, наверное, давайте первые 50 монет разыграю именно в этом видео. Первые ребята, которые напишут внизу комментарий, заведут себе кошелек, я вам отправлю по 3 монетки. Ну, это, грубо говоря, по $1.5. Я считаю, что неплохо. 50 монет мы выделяем на то, чтобы вот раскидать вот этот призовой фонд. 50 монет мы в этом видео разыграем. Дальше у нас будет еще несколько видео, в которых мы также будем разыгрывать монетки Мавра. Так что можете быстренько, смело регистрироваться. Пишем внизу в комментарии свой адрес кошелька. И пока у нас есть бюджет 50 монет, я вот эти все 50 монет всем ребятам, которые напишут кошельки свои, я им всем раскидаю. Так что без проблем. У вас есть такая возможность. Пишите комментарии, просто вот свой кошелек, да. Ну, либо напишите, понравился вам этот обзор, либо не понравился. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Палец этому видео либо вверх, либо вниз. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик для того, чтобы не пропускать следующих видео. Ну, а с вами был Дэн Инвест. Всем хорошего настроения и сетевите и стройте сети. Пока-пока.